Сегодня состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Братеево. Сегодня было принято одно очень важное решение о проведении выборочного капитального ремонта в 5 многоквартирных домах и установке пандуса по паромный дом 3. Несмотря на то, что наш район довольно-таки молодой, периодически происходят протечки то крыши, то канализации, то горячего, то холодного водоснабжения. Все это устраняется силами управляющей компании, но иногда уже их так много накапливается, что требуется капитальный ремонт до наступления нормативных сроков. Это делается за счет средств дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района. Вот сегодня мы советом депутата на основании закона города Москвы приняли такое решение, и по 5 адресам будет выборочно отремонтированы сети горячего, холодного водоснабжения и канализации.